Всем привет! Вон мой муж пошел с тачкой. Вы думаете, что мы в Германии? А неточки. Мы с вами находимся в Америке. И вот тут вот так ходят в сланцах и шортах. Как мужик. Мы в Алди. Что такое супермаркет Алди? Алди — это европейский магазин, в котором много чего интересненького есть. Например, огурчики. Я не могу сказать, что здесь прям дешево. Ну, возьми огуречек. Но здесь много чего есть интересного, чего нет в обычных магазинах. Возьми мне мандаринки. Мандаринки 3,59 доллара. Доллара, не евро. Потому что в Германии все в евро. Я не помню, хлеб у нас дома есть? Этот хлеб надо еще смотреть. Вот, смотри, прикольный вроде. Это не очень. Вот такой вот магазинчик Aldi. Помидорчики 89 центов. Помидоры у нас есть. Я очень люблю покупать тут шоколадки. Шоколадки. Просто подсели, привыкли немного на шоколад. Купим детям. Любят такое. Они не такое любят. Такое именно. А какое? Такое. Не, я себе покупала. Короче. Тут, кстати, есть продукты, которые в Америке продаются. Ну, я имею в виду в обычных супермаркетах. И есть, которые европейские. Мясо. Мы сейчас что-нибудь тут прикупим. У нас дети обожают бананы. Нам надо открывать банановую плантацию. Например, красная рыба 8,99 паунд, 23 доллара, вот такая большая шица. Ну, у нас есть там красная рыба дома. Я хочу взять. Так, подожди. Готовые пиццы. Что вам показать? Сыры. Я взяла тертый сыр, у нас дома есть. Можно взять какой-то, знаешь, другой. А что это такое? Это такое какие? Греческий йогурт с чем-то. Можно взять попробовать. Типа такой полезной намазки. Наверное. Давай возьмем, попробуем. То, что полезная какая-то, не калорийная. Я хочу сока томатного. Сейчас. Можно крем-чиз взять. $1.45. Да у нас еще продуктов, если честно, дома валом. Что? Да то я на видео рассказываю, что у нас... Давай молоко возьмем, я хочу это... Такое растительное. Есть тут такое? Такое? Вот, алмаз. Ну, только кокос. Красное можно тоже взять. Я говорю про... Чего тебе надо? Более жирное. Короче, берем молочко. Я хочу там сделать десертик с семенами чиа. У нас есть дома. Ты большое красное молоко тоже возьми. Никита любит. У нас есть молоко дома? Я хочу вот такой сок манго с всякими штучками. И хотела еще в заморозку зайти. Держи. Ну держи, куда ты катишь? Каток, блин. Вот, сыр, цветочки. $1.99, причем абсолютно все. Но мы любим острый сыр.
паприка называется. О, где? Paper chicks. Ну, бери, попробуй. С паприкой. Коровий. Коровка. Ну, я люблю, знаешь, так все вообще. Вот с паприкой. Видишь, паприка есть. Ну, бери. Ну, что там одного бриточка? Возьми два. Семья большая. Большого я тогда возьму. Большого я не вижу. Так, это, судя по всему, просто коржики. Тут ветчина разная. Сосисочки. Я бы, знаешь, что купила? Помнишь, мы в Германии сосиски покупали? Ой, он ушел, а я тут с кем-то разговариваю. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Много чего есть. Креветки замороженные. $6. Пицца. Я уже даже забыла, что в Алде бывает. Год тут тусуюсь, уже забыла. О, мороженка, точнее фруктовый лед. Можно взять какой-нибудь strawberry. Прикольно. Сколько тут штук? Непонятно. Сколько тут штук? И манго. Взять таких парочку манго по $3. Надеюсь, довезем домой. И кето мороженое хочу попробовать. О, кето. Кето айскрим. Это с чем? Давайте возьмем вот такое кето. Ой, куда же он убежал? Мне так неудобно идти, показывать вам в руках. Короче, если коротко, магазин интересный. Некоторые продукты стоят дешевле, чем в других американских магазинах. Некоторые стоят дороже, но они того стоят. Потому что. Он мой муж тачку забрал и пошел. Красавелла. Где наша тачка? Разные. Да. Вот шоколад, ребята. Возьми. Подожди. Ты не взял то, которое я хотела. Вот это, кстати, вообще невкусное. Не бери его. Вот такой вот. Где еще мороженое сейчас? Ой, эти шоколадки. Я хочу там вот то, чего мы полюбили в Германии. Нет, это вот. А вот он есть. Вот такой вот. Это не то. Мне нравится с карамелью. Вот это с карамелью. Нет, это крем-шоколад. Нету с карамелью. Нету. Вот здесь они по $1.65 шоколадки. Но дороже, чем в этом. Нормально. Да. Давай еще. Вот такой. Ну, давай еще такой. Окей. Все? Так, ладно, не буду затягивать видео. Возьмем сейчас еще, наверное, молодой картошечки. Хочется. Посмотрим сейчас. И до дома. Сок томатный ты брал? Возьми. Хочу сока томатного. Ну, его трудно встретить. Где он? Вот он. $1.70. Они, видишь, разные. За 3 и за $1.79. Ну, я думаю, что я их сравнивал. Мы вот этот никакой брали, он, по-моему, не очень, да? Нет, он нормальный, если ты выпил сразу. Да? Да. Ну, возьми, давай возьми два таких и один такой попробуем, что оно такое. У $3 разница есть или нет? Лень, посмотри, есть вот такие в стекле за $3 cranberry juice. Интересно. Много всего. Сейчас еще положу чуть-чуть. Вот есть органический сок. Органик
морковка, яблоко и апельсин. 100%. И тут же есть такой, типа, витамин А. Заряд. Прикольно, в стекле. А этот cranberry. Может такой взять. Иди, иди, я сейчас приду. Ну, давайте возьмем. Давайте cranberry. Что-то он на меня смотрит. Хочу его попробовать. Так. Мы вообще не планировали сюда заезжать. Мы просто мимо ехали. Вообще, увидели, говорю, давай заскочим. Ты взял картошку молодую? Да. Окей. Сори, что я ору. Ну все, поехали. Возьми этот. Кристину поздравим с праздником. Да успокой. Давай, приколемся, поздравим. Тут еще, кстати, есть отдельный типа хозяйственного магазинчика. Ну, как обычно. Много-много всего. Даже игрушечки есть. Обувь. Лосинки. Двери не хочу. О, нитки. Всех цветов радуги. И даже со шпульками. Вау. $11. Сколько шпулек? Ничего себе. Может взять? Ладно. Было 14, стало 11. Но там, конечно, ниток тех не очень много. И для животных памперсы, и для людей все, как мы любим, всего и по чуть-чуть. Фрукты, овощи, заморозка, хозяйственное дело. Даже стулки продаются вот такие, $49. Я бы взяла себе какое-то моющее. Ладно, и здесь будем на эко ориентироваться. Ой, какие птички, вау. И ежики. Стоят $3.99. И еще есть черепашки. Вот такие. Ой, дайте мне их достать. Вот такая милота. Я даже не знаю, тут дырочка. Зачем это сделано? Для цветочков, либо для сада. Непонятно. Веночки. $14.99. Всякие прикольные штучки. А это посуду мыть. Ничего себе. Ладно, муж уже ускакал, пойду я. Вот написано thank you. Муж уже на улице грузится, а я тут гуляю. Ой, ну какой тут. Дожди. Ой, тут дождик пошел. Муж загружается в машинку. Пусть загружается и мокнет. А я пойду в нашу, в мою вторую машинку. Сейчас только у него заберу. Дай мне попить! Надо? Ну да, давай. Сколько хочешь, тебе надо? Что-нибудь. А я вторую машинку. Вот так выглядит Audi в Америке.
Welcome, кому надо. А мы поехали.